Владимир Геннадьевич Виноградов родился 29 октября 1964 года в Москве. В 1985 году окончил актерский факультет ГИТИСа, российский актер кино и озвучки. После окончания ГИТИСа работал в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина, дебютировал в кино в 1984 году, исполнив роль Сергея в фильме «Счастливая», «Женька», «Женат», имеет троих детей.